Всадники с мусорными пакетами. Такую картину можно увидеть в поселке Мирный. Там появился конный дозор. Идею своеобразного экологического рейда предложил один из жителей. Школьники инициативу поддержали. Зачем нужны кони, и когда защитники природы заступают на дежурство? Об этом Эльмира Заляева. Находить мусор в этом дозоре научились даже кони. Бьет копытом, значит, на земле бутылки, склянки или пакеты. На характерный стук тут же сбегаются дети. Такой конный дозор в пригороде Казани можно увидеть раз в неделю. Как правило, после выходных. Те, кто постарше, объезжают лес на лошадях, выискивая вот такие кучи мусора. А уже после в этот экологический рейд включается и младшее поколение, которое собирает его в мешки. Вот здесь вот мусор, девчонки! Сидя в седле, говорят, наезднице легче искать залежи свалок. Да и уехать можно дальше. Эти экологические конные прогулки порой растягиваются на десятки километров. На лошадях можно дальше уехать. Заехать туда, куда вот не сможем, например, пешком зайти. Легче вывозить все это. Не на себя же это все понесешь. Нам удобно, высоко, видно мусор. Убирать за другими инициатива Валерия Золотарева. Он сам разводит лошадей, абсолютно бесплатно проводит для детей уроки верховой езды, а по совместительству учит беречь родные леса. Это надо не именно мне. Я хочу, чтобы для будущих поколений у нас все-таки природу, до такой степени мы природу запустили, загадили. Хочется, чтобы было зеленое. Но таких защитников природы, говорят лесники, очень мало. Большинство даже не могут убрать за собой. Завершился весенний этап акции «Чистые леса Татарстана», организованной Министерством лесного хозяйства. В этой акции приняло участие более 6 тысяч человек. Убрано мусора более 3000 кубометров. Привлекается с каждым годом большее число людей, соответственно, собранного мусора ежегодно становится больше. По данным результата опроса Минлесхоза, большинство считает, что соблюдать порядок в лесу помогут только высокие штрафы, а убираться должны лесники. Но если бы такой дозор появился бы по всей республике, то тогда, возможно, каждый район уж по чистоте-то точно бы был на коне. Эльмира Заляева, Айрат Мухамедьянов, Вести, Татарстан.